Слава о белорусском богатыре Кирилле Шимко докатилась до Украины. Спортсмена внесли в книгу рекордов соседней страны. Он стал первым из наших земляков, кому выпала такая честь. Поздравить и вручить сертификат силачу представители Национального реестра рекордов Украины приехали лично. Кстати, и сами гости с пустыми руками не остались. В Украине его знают, будут узнавать лучше. У нас в ноябре презентация новой книги, где будет и несколько белорусских рекордов. Вот, после чего мы с радостью приедем в Минск с этой же презентацией, которую запланировали проводить вместе с Кириллом. И я думаю, что лучшие кандидатуры на должность представителя проекта рекордного и национального, и международного в Беларуси нет. Для меня было большой честью увидеть лично представителя, который приехал вручить мне диплом о моем достижении, когда я размещал заявку. Конечно, это очень приятно, это такое, знаете, эмоциональное историческое событие, что можно сказать. Конечно, восторг. Будь то в Беларуси или за ее пределами, Кирилла Шимко знают как самого сильного человека. Но именно в украинскую книгу вошел его недавний рекорд. Кириллу Шимко поддался Ми-8. Самый большой в мире вертолет спортсмен протащил целых 20 метров. Еще раньше белорусу удавалось сдвинуть с места башенный кран весом 118 тонн, железнодорожный состав, танк и самолет.